Таразе презентовали сайты, которые установят обратную связь граждан с органами государственной власти. В текущем году в рамках социальных проектов организации информационного центра по развитию местного самоуправления и общественного контроля и организация ведения работы сайта «Интернет-приемная» Управления внутренней политики Акимата Жамбылской области запланирована реализация деятельности интернет-сайтов. Подробнее в нашем следующем материале. Цель проекта – организовать работу сайта «Интернет-приемная». На сайте можно будет зарегистрироваться рядовому жамбылцу как с персонального компьютера, так и со смартфона. Более того, в нем будут обсуждаться актуальные проблемы, волнующие граждан. Теперь не нужно ходить и оббивать пороги кабинетов ответственных органов, чтобы достать интересующую вас информацию. Создание такого сайта сможет установить обратную связь между гражданами и органами власти. Мы именно сегодня презентуем два сайта. Первый – это интернет-приемные, которые будут принимать жалобы от граждан, обращения именно по вопросам, волнующим их. И второй сайт, это сайт будет об общественных советах областных, городских, районах и именно нашей Жамбылской области. Туда будет публиковаться все проведенные и отчеты общественных советов. В рамках еще одного подобного проекта с целью открытости и прозрачности работы общественных советов области города Тарас и районов ведется работа над созданием еще одного сайта под названием «Кюкинес.кз». Этот сайт удобен тем, что каждый гражданин может наблюдать процесс работы общественных советов власти. Люди не знают, да, они находятся в неведении, чем занимается общественный совет, какие проводятся работы, какие проводятся заседания, какие рассматриваются вопросы. И вот я думаю, что те вопросы, которые будут граждане ставить в рамках вот этого функционала портала, они как раз-таки найдут там ответы. По словам организаторов мероприятия, сайты полезны и удобны, в первую очередь для местных жителей. В планах создания различных информационных лент и рубрик, а также статей по обсуждению различных проблем региона. Элеонора Бухонова, Санат Аралбек, 77 News.